сейчас о происшествиях расскажу, что произошло, пока вы спали. В центре Москвы, на Новом Арбате, автомобиль Aston Martin на высокой скорости вылетел с дороги. Вот кадры с места случившегося. Авария произошла возле кинотеатра «Художественный» в половине второго ночи. Пешеходов, к счастью, в это время не было, никто под колеса не угодил. Зато пострадал основательно сам спорткар. Кузов разбит, оторвано колесо. Предполагают, что водитель сильно превысил скорость, но и с управлением не справился. Его машина еще и снесла часть надземной группы перехода у станции метро Арбатская и бетонный блок. Предполагает, что за рулем был топ-менеджер одной из российских авиакомпаний. Хорошо он полетал, судя по тому, как мужчина общался со съемочной группой, сам он серьезных травм не получил.
прямо, да? Yeah.